В рамках всероссийской акции «Вода России» сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Кубанского лесничества, администрации Эль-Таркачского поселения и волонтеры провели уборку территории Эль-Таркачского минерального источника. В акции по сбору мусора приняли участие 123 человека. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Всероссийская акция «Вода России» – одно из масштабных экологических движений страны. У нас в республике данное мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Территория Эль-Таркачского минерального источника является излюбленным местом отдыха. Но, к сожалению, люди не убирают за собой, и в итоге местность бывает завалена мусором. Представители Минприроды Карачаева-Черкесии отмечают, что цель данной акции – сохранение экологии нашего региона. Мы ежегодно занимаем второе место в рейтинге среди всех субъектов Российской Федерации по количеству участников, по протяженности мест, которые мы убираем, рек, которые очищаем, ну, как бы и так далее. Сегодня здесь участвуют Министерство природных ресурсов, представители Кубанского лесничества, представители сельского поселения. Одна из причин загрязнения нашей живописнейшей природы – это мы сами. Участники акции собирают весь мусор в специальные мешки. Важно подчеркнуть, что уборка проходит на территории слияния рек Чегет-Тюбю и Эль-Таркач. Подобное загрязнение у берегу рек может привести к плохим последствиям. И поэтому мы и выбрали этот участок, отмечают собравшиеся. Очень много всегда мусора, даже если мы убираем на одних и тех же местах, особенно весенне-летний период, мусор накапливается буквально за неделю. За неделю вот такими машинами. Вот, поэтому очень важно хотя бы за собой, каждый, кто приезжает на нарзаны, на речку, хотя бы за собой пакетик взяли, выбросили. Благо министерством везде мусорные баки поставлены, на каждом выезде везде есть. 123 участника акции дружно убирали мусор, а собранные мешки загружали в специальные машины для перевозки отходов. В экологическое мероприятие внесли свою лепту и молодые волонтеры. Я считаю, что в нашем регионе очень важны такие акции, поскольку нужно сохранять нашу планету, потому что она – это наш общий дом. Хочу пожелать людям, чтобы они убирали весь мусор за собой, чтобы не было потом вот этой вот ситуации. В итоге участники акции «Вода России» собрали 150 мешков мусора. Важно отметить, что более массовая акция, где будут принимать участие всесельские поселения, пройдет 13 октября. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Усть-Жегутинский район.